После того, как стало известно о возбуждении уголовного дела, Ксения Собчак решила покинуть Россию. Она считает, что все обвинения в ее адрес являются политически мотивированными и ничем не обоснованными. В своем инстаграме она написала, что уезжает из-за персонального преследования. СМИ подтверждают, что оперативники готовились брать ее в аэропорту, но благодаря своей хитрости и оперативности Ксения успела избежать этого и покинула страну. Несмотря на то, что возбуждено уголовное дело на Ксению Собчак, ее намерения и планы на будущее остаются неизвестными. Она сама не делала никаких официальных заявлений на этот счет. Однако, режиссер Никита Михалков, который помогает нашей стране бороться с нечестными артистами и знаменитыми людьми, уверен, что она не сможет избежать ответственности перед законом. В его интервью он заявил, что у оперативников уже было постановление следователя о задержании Ксении, и ей таки удалось сбежать. Антикоррупционный комитет совместно с Федеральной налоговой службой нашли доказательства ухода от налогов блогерши Насти Ивлеевой и ее подруги Ксении Собчак. Уже возбуждено уголовное дело на обеих дам за легализацию денежных средств и неуплату налогов в особо крупном размере. В свете последних событий Ксения Собчак, как политическая активистка и общественный деятель, решает покинуть страну, чтобы избежать преследования и возможной тюремной камеры. На данный момент она находится в Литве. Ксения Собчак известна своими резкими высказываниями и критикой в адрес текущего политического режима. Она неоднократно выступала с противоположными взглядами на ситуацию в стране и подвергалась критике и преследованиям со стороны властей. Сумма недоплаченных налогов этих двух мадам настолько высока, что даже мне сложно в это поверить. «В интересах следствия я не могу об этом сообщать», — сообщил Никита Михалков. Ивлеевой и Собчак грозит солидный срок. Но, впрочем, Ксению, как всегда, может спасти ее мать, российский политический и общественный деятель, сенатор Людмила Нарусова. Она уже помогала своей дочери избежать наказания в 2022 году. Также известно, что в подмосковном элитном коттеджном поселке состоялся тщательный обыск. Сейчас Ксения Собчак проходит по громкому уголовному делу об уклонении от налогов, причем проходит в качестве подозреваемой. Ее уход из России вызвал ожесточенные споры и разногласия в обществе. Некоторые поддерживают ее решение и считают, что это единственный способ сохранить свободу и независимость, другие же осуждают ее и обвиняют в избегании закона. Несмотря на все разногласия, Ксения Собчак остается яркой и контроверсиальной фигурой в современной политике и общественной жизни. Ее дальнейшие шаги и планы вызывают большой интерес у общественности, и ее решения могут повлиять на политическую обстановку в стране.